Есть где же отшельники? Есть отшельники, много. И на отшельничество благословляет игумен? Владыка решит, владыка благословит. А как он причащает? Как он отшельник живет? Это общий литургия в воскресенье. Общая литургия, все живы. Да, все. А если он уже болен, он возвращается на стол? Улям кибер фи сын в умарит. Хэль мумкин ерга айшу дэр, или ямад эйр? Ну, как больный, конечно, если он взрослый, конечно, возвращает жить в келье. Как примерно отец Семина, который в святой Макарий Великий, его вечера была вечера преподобный Макарий Великий. Я спросил сегодня, где отец Семина, сказали, что он болеет, он очень сам, поэтому внутри монастыря живет. А есть понятие в монастыре келейник у наместника и келейник у старцев, кто ему ухаживает, помогает? Помогает кто? Келейник. Монах, который ухаживает за старцем. За старцем болеет. Да, у нас это называется келейник. Келейник помогает. Есть ли кто-то бисаад нефтак в бабе хагет? Это благочение. Отец Франк. Есть несколько помощников, каждому по его направлению. То есть они занимаются, да, помогают. Да, помогают. А есть монахов, которые живут в пещере? И есть в отдельные кельи затворники? Да, затворники, которые хранятся. Да. Они причащают, кто-то приходит в воду? Как раз в неделю, общая литургия.